Добрый день! Сегодня я хочу с вами сделать абрикосовое варенье с пектином. Получается очень вкусное и очень ароматное. И густое. Попробуйте, вы не пожалеете. Итак, давайте начнем. И для начала пройдемся по пропорциям. На 1 килограмм абрикосов идет 0,5 кило сахара и 1 пакетик пектина 10 грамм. У абрикосов убираем косточки, разрезаем на половинки и смешиваем с сахаром. И отставляем на 2-3 часа, чтобы абрикосы дали сок. Абрикосики настоялись, дали сок, получился сироп, сахар растворился. Перекладываем абрикосики в кастрюльку, доводим до кипения. На медленном огне даем покипеть минут 10-15, выключаем и даем полностью остыть. Пектин смешиваю с 2 столовыми ложками сахара, для того, чтобы он равномернее распределился по нашему варенью. Варенье снова доводим до кипения, добавляем пектин и кипятим буквально 2-3 минутки, не больше, чтобы пектин не потерял свои свойства. Вначале вам может показаться, что варенье довольно-таки жидкое у вас получилось, что эффекта от пектина нет, но при остывании оно очень сильно загустеет. И уже можно раскладывать по баночкам, лучше стерилизованным, чтобы у вас лучше сохранилось все. Вот наше абрикосовое варенье и готово. Желаю всем приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал, с нами будет вкусно, просто и интересно. Всем удачи и добра!